сегодня утром плюс 9. Чуть-чуть теплее, чем вчера. Но все равно еще холодно. На работу еще одеваюсь. Божественный напиточек. У нас многие мужики пьют с добавлением благородных напитков. Называется кафе Коретто. Коретто ла граппа. А у меня Коретто кон латте с молоком. Обычно. Но первый крепкий. А потом уже туда дальше. Уже разбавляю молочком чуть-чуть. Что-то мишки нема. Пойду я ей бриошики загружу. Сегодня у меня на завтрак фрукт заграничный. Не знаю, как называется. Мишель разрезала пополам. Бриошек пустой, без ничего. Стакан молока. Вот этот фрукт, вы знаете, интересный. Я говорю, Мишка, а если семечки посадить? Она говорит, ну, у тебя же авокадо выросло, значит, и это вырастет. Он перезревший. Он мягкий. На вкус сладкий, как мед. Как-то она сказала, он называется, но... Семечки я соберу. Говорит, один такой фрукт стоит у нас евро 50. Представляете? Вкуснотень. Очень даже. Ой. Похоже на сладкую грушу. Очередное быстрое блюдо. Яйца, соль, перец, немножко сыра, немножко молока. Смотрите, здесь у меня есть два таких красавца цукини. Помыла, но хвостик не обрезаю. Почему? Сейчас вы все это поймете. Обычно многие цукини отжимают от лишней влаги. Нет, здесь наоборот, нам влага нужна, поэтому используется все до конца. Натираем. Он такой молоденький, в нем даже нет сердцевины. Ножку выбрасываю. Видите? Соль, перец, немножко сыра, пару яиц. У меня яйца маленькие, я 4 пахну. Чуть-чуть молока. И смешиваем все. Смешали все. У кого на балконе еще не выросли цукини, можно замороженный шпинат. Или что-то другое из овощей, что вам нравится. Бумага для выпечки. Со шпинатом мы уже делали такой рулетик. Он не должен быть у нас толстый. Главное, угадайте по соли. Не надо его ни сыром не посыпать сверху, ничего. Чуть-чуть сыра мы добавили в середину, видите? И ставим в духовку. Минут 15, оно очень быстро запекается, 180 градусов.
Ровно 15 минут. Покажу. Иди сюда. Что надо варежку одеть. Вот такая яишенка получается. Больше ее запекать не надо. Пусть остывает. Можно намазать ее. Есть у нас сыр типа Филадельфия. Потом можно положить кусочки прошутто сверху, либо рыбное какое-то содержимое. Можно даже мясом креветок немножко украсить, свернуть в рулетик и дать постоять немножко в холодильнике. Наш рулетик остыл. Берем прошутто. Хотела купить красную рыбу, но по скидке ее не было. Очень дорогая у нас красная рыба. Поэтому сыр тип Филадельфия. Он хорошо мажется. Будет у меня называется рулет Примавера. С прошутто и формаджо. Рулетик получается мраморный, очень красивый. Сейчас мы его сворачиваем. И в холодильник, чтобы он чуть-чуть застыл. Видите, он такой не маленький получается. Я покажу свои холодные блюда. На кухне бардак. Брезаула с руколой и с сыром, салаты. Так это смотрится со светом. Более красиво, видите? Так и хочется скушать. Вам какую машину? Та, что Ауди сверху? Или те, что пониже стоят. Сейчас ему будут сигналить. Он включил поворот туда, где нельзя поворачивать. Ну, туда, в принципе, и где и мне надо поворачивать. Хорошо, хоть никто не посигналил. А, просто людей не было. Ладно, поехали. Машину себе выбирать. Это старые машины вывозят на взлом. Новые завезли, а старые вывозят. А за старую машину вам возвращается, ну, где-то до 3500 евро, смотря какая машина, смотря кто какую марку берет. В Италии есть такой ротомационе называется. Так вот, все старые машины, ну, хотя на наш, по нашим меркам, это и не старые машины, это очень даже новые. Ауди сверху вообще красавица стоит. Сегодня сало с хреном и с хлебом.